Програма «Харків онлайн день» продовжується, шановні друзі. У галереї «Мистецтво Слобожанщини» 6 квітня відкривається нова експозиція, де будуть представлені живописні та графічні роботи, батік, валяння. Виставка, як завжди, має романтичну назву «Мить». Про цю експозицію нам сьогодні розкажуть завідуюча галереєю мистецтва Слобожанщини Віра Лагутіна і харківські художниці Валентина Дунаєвська і Валерія Стрельцова, чиї роботи саме і представлені на виставці. Доброго дня, шановні пані. Здравствуйте. Чим на цей раз буде дивувати галерея мистецтва Слобожанщини, пані Віро? В осінні діньочки ми відкриваємо невероятно весенню, теплу, позитивну виставку. Угу. Роботи дуже нежные, очень яркие, очень теплые. И вот 6 апреля в 17:00 всех ждем на выставку «Мгновение» Валентины Дунаевской и Валерии Стрельцовой, где, собственно, будет представлена живопись, графика, валяние, батик. Разных широкий спектр жанров, да. Ну, в общем-то, у Валерии только живопись, а вот Валентина предоставляет немножко разные техники, да. Но это вовсе не означает, что Валерия не работает в этих жанрах. Просто на этой выставке Валерия предоставляет только живопись. Один зал будет посвящен работам Валерии, другой зал работам Валентины. Угу. Так что всех будем ждать. Эта выставка точно вам подарит массу положительных эмоций. Ну, зрозуміло. Якщо надалі буде триматися така погода, як сьогодні, це дійсно надає такий весняний настрій, і глядачі, напевне, будуть насичені дуже позитивним настроєм. Пані Валентино, ви вже неодноразово експонували свої роботи у Харкові. І зараз галерея мистецтва Слобожанщини виставляє ваші роботи. Що вас надихає, окрім весни, окрім природи? Ну, знаєте, впечатляє обычно все красиве, що знаходиться рядом. І, собственно, вся виставка посвящена тому, що вот називається «Мгновение». Все красивое, не хочется проходить мимо, а хочется это запечатлеть и поделиться с этим с другими. Ну, скажем, наверное, вот это самое главное, потому что хочется просто не только самому увидеть, но и поделиться этим с другими. Ви маєте досить вже великий творчий шлях, працюєте не тільки як художниця, ви ще й викладаєте. І одна з ваших учениць, Валерія Стрільцова, її роботи також представлені в експозиції. Розкажіть, будь ласка, чим вас надихають ваші учні? Учні мене надихають. Ну, це буде єдине, що я скажу на українській мові, бо боюсь щось сказати неправильно. Вы знаете, благодаря ученикам я вот и работаю во многих техниках, потому что, собственно, у них становился вопрос, как это сделать, а мне приходилось на него отвечать. Угу. Ну вот. А відповідати власним прикладом? Да. Поэтому мне пришлось заниматься разносторонним. Опановывать інші техніки? Да, чтобы ответить на заданный вопрос. Понимаете, я не могла. Более того, меня ученики тоже обучали. Потому что вот к валянию я, например, пришла благодаря ученице, которая ко мне пришла учиться рисунку и живописи, показала свои работы. И я была удивлена, как это можно из пуха сделать, ну, можно сказать, любую форму. Любой объект можно сделать. Понимаете, материал очень пластичный. Очень интересно, поэтому с удовольствием я у учеников тоже обучаюсь, так получается. У нас идет взаимообучение. Ну от у цій виставці, що розпочне свою роботу в галереї мистецтва Слобожанщини, виставлені роботи тільки однієї вашої учениці. Скільки років ви знаєте, ми вже з Валерією 9 років вместе. И сначала она училась, а теперь она выставляется со мной как равноправный член. Даже я не могу сказать, что она теперь моя ученица. Мы с ней просто теперь друзья, коллеги. Да, и коллеги, и друзья. И я очень рада, что я встретила Валентину Николаевну. Она мне, в общем-то, открыла этот мир, мир творчества. Наверное, всегда это во мне было, присутствовало, но она как-то это, знаете, она обладает таким каким-то, наверное, искусство тоже своего рода. Вот она всегда направляет, но никогда она не диктует.
всегда ты можешь сам проявить свою, в общем-то, фантазию, творчество в работах. Она подтримує. Да, она просто вот так вот легко, мягко. И когда мы выставлялись, вот маэстро тоже лет 5 назад, тогда было еще сейчас Бузок, на тот момент, ну, наверное, даже больше, уже как-то время бежит. Вот. И было много учениц Валентины Николаевны. 10 учеников да. было, и вот, все разные, и все были абсолютно. Личности. И это вот действительно, да. понимаешь, что это... Ну вот, Антония Николаевна, как и преподаватель, замечательный и художник, и, в общем-то, у нее много талантов. И вы знаете, в работах это видно, потому что, несмотря на то, что Валерия оказалась ученица, да, Валентины, работы очень разные. И по технике, и по насыщению. Я уже не говорю о том, что большой процент работ Валерии – это люди, это портреты, это различные сюжетные композиции. А у Валентины же больше пейзажей, натюрмортов, то есть, ну, архитектура представлена, то есть людей, в общем-то, нету. Нет, они есть, но я их просто меньше. Меня очень вдохновляют просто женщины, дети, были отдельные выставки, именно детство, океан жизни, вот тогда, когда мне нужно было погрузиться в атмосферу детства, себя, наверное, понять, потому что через творчество ты очень много, во многом себя познаешь, и вот, наверное, сейчас вот этот этап было детство, а сейчас такое более зрелое ощущение жизни, вот какое-то, что мгновение, это действительно чудо, каждое мгновение нашей жизни, но нужно иметь внутри смелость, и какое-то бесстрашие, и уметь не жить ни прошлым, ни будущим, вот именно ценить это мгновение, этот миг, эти детские глаза, там, цветы, луч солнца. Ну, в общем-то, это все вдохновляет. Зараз я хочу представить одну з робіт самой пані Валерії Стрельцової. Ну, давайте подивимося, яка миттєвість тут зображена. Бачимо, це натюрморт. З натури. Да, в общем-то, это, наверное, это даже... мы делали с натуры на пленэре. И поэтому она очень живая и красивая. Может быть, благодаря этой выставке и благодаря названию, которое художницы, в общем-то, придумали, каждый из посетителей начнет больше оценивать свои мгновения жизненные. Так, так, так. Ну, а давайте теперь представим работы Валентины Дунаєвської. Пані Валентино, вот тут осінній такий натюрморт, знову ж таки так. Кстати, тоже работа на пленэре мы делали вместе с Валерией, одну и ту же работу делали. Жалко, что ее работа здесь не представлена. Это говорит о том, что мы уже с ней совершенно два разных художника, потому что она ее сделала в зеленых тонах. Она увидела больше зеленого, ей зеленый очень удается, а я в красном тоне. И мы рисовали с натуры. То есть это тоже работа с натуры. Можно сказать, бабье лето. Мы поехали, последние дни были. Зелень – это колір молодости, а червоний – это уже колір зрелости. Мудрости. Да, я бы сказала. И вообще это бабье лето. Как раз даже стрекоза там прилетела на наш натюрморт. Она не специально, там она просто села. И за одну минуту вот все это как-то... То есть погружались в это. И червоні грона горобини. Да. Так, ну это уже... Такий осінній такий. Він осінній, але, тим не менше, розумієте, він такий життєутверджуючий, що він навіть на весенню виставку підійшов, бачите, навіть ніхто нічого не сказав. Так. Добре. Ну, а тепер переходимо до роботи в техніці «Батік». А «Батік» – удивительна техніка, тому що дозволяє нам зробити, запечатлети теж свої ощущения, сделать любую для украшения женщины любую вещь. Это блузы могут быть, это могут быть шарфы, это не только картины. Кстати, картины могут быть и платья. То есть техника настолько разнообразная. Шторы. Я, например, делала витражную штору, свадебные платья делала, расписывала блузы. Шарфы – это как бы маленькая только часть. А это шарф, так? А это шарф. Это шарф еще ездил в этом году со мной на выставке в Греции был. Так что он прямо из Афин приехал на выставку сюда. Ну, слід нагадати глядачам, що техніка «Батік» – це розпис на шовку. Да. А якими фарбами ви працюєте? І скільки цей розпис зберігає своє таке первозданне, свій первозданний стан? Ви знаєте, краски очень хорошие.
Это не, не анилиновые краски, а акриловые. Угу. Акриловые немецкие краски, они очень стойкие. То есть сохраняется он очень долго, стирать можно и не выцветает практически. Поэтому я занимаюсь акрилом, угу. Не анилином. Потому что анилин более сложная техника, надо запекать. То есть этот процесс не только зависит от меня самой. А ви розумієте, я чому це питаю? Бо може у когось з наших глядачів виникне бажання спробувати власні сили у створенні mm-hmm. бетіка. Тобто треба купувати спеціальні краски і, ну, і рядно шовку. Да. І можна творити можна, власні композиції, можна. А потім своїми власними композиціями себе прикрашати і прикрашати наше місто. Можна, можна. Конечно, это сейчас очень много и тканей, и красок, угу. и можно делать любую вещь для себя, она по-любому будет, ну, то есть авторская вещь, это будет очень здорово, и каждый сможет попробовать. Уникально. Да, и уникально. То есть второго шарфа такого не может быть. Ну, безумовно. Галстуки, кстати, тоже можно расписывать. Да, да, кстати, очень красиво получается. Все буду мати на увазі. Отже, ви працюєте в різних жанрах і в різних темах. Які ваші улюблені? Ви знаєте, мені трудно сказати, тому що я займаюся батиком в одно время, живописью в другое время. І коли нічим не займаюся, я займаюся валяньким. І учениками. Учениками, тобто мені це дозволяє сосредоточитися, щось там, ігрушки. Це звичайно зимой. Шерсть, вона... диктует, что вот надо зимой так, делать. Так, понимаете? Так, так, вот. Зимовая справа. То есть без дела я не остаюсь, потому что интересно. Одно, кстати, одно творчество сменяет другое, и поэтому всегда интересно. И не скучно. Перманентный совершенно. Творческий процесс. Творческий процесс. Пані Валерія, а ви, це заняття малярством, це ваша основна спеціальність? Чи ви десь працюете, а це таке романтичне хобі? Що це? Ні, це, в общем-то, це моя професія. Угу. Хоча изначально я закончила НИАС Каразіна, угу. вот, но дуже мене завжди тянуло к творчеству і к творчим людям, була угу. окружена творчими людьми. Вот. И в какой-то момент поняла, что просто уже не могу без этого жить. В общем-то, так серьезно не воспринимала свои какие-то предрасположенности внутренние. А потом, угу. Когда уже, наверное, почувствовала уже краски, вот, у меня очень в семье многие хорошо, дедушка рисовал прекрасно. Угу. Вот. И сейчас это уже моя основная, в общем-то. Да, тобто ви продовжуєте сімейну династію? Ну, в какой-то степені, да. Добре. Пані Віро, ну, безумовно, традиційне запитання, і воно не може бути видалене. Галерея мистецтва Слобожанщини, до речі, я хочу нагадати, шановні друзі, що галерея мистецтва Слобожанщини розташована у самому серці нашого міста на площі Свободи в будівлі Держпрому між 4-м та 5-м під'їздами. І саме, власне, з Майдану можна одразу ж потрапити в галерею мистецтва Слобожанщини. І працює вона досить нескладно запам'ятати з 11-ї до 19-ї всі дні, окрім неділі та понеділка. Неділі та понеділка, так. Ну і традиційно я питаю, які заходи будуть проходити протягом демонстрації цієї експозиції, бо ми всі знаємо, що галерея мистецтва Слобожанщини, вона завжди, будь-яка експозиція, вони додають дуже багато заходів мистецьких, конференцій, спілкувань, там, диспутів, лекцій. І справжні поціновувачі мистецтва мають можливість так розширити свої рамки, свої кордони, межі. Отже, що зараз планується протягом роботи цієї експозиції? У нас на цій виставці планується несколько мероприятий, целых пять. Конечно же, под конец экспозиции 20 апреля у нас состоится творческая встреча с авторами выставки «Мгновения» Валентины Дунаевской и Валерии Стрельцовой, где, угу. я думаю, мы еще пообщаемся, конечно, но будет представлен небольшой мастер-шоу
Ну, це буде пасхальний тиждень, ви уявляєте собі? Треба щось таке яскраве задіяти. Пасхальний тиждень – це завжди свято. А мероприятия, которые будут не связаны с выставкой, а наши постоянные циклы, это будет интереснейшее мероприятие, открытое интервью в рамках театра Харьковщины с Ириной Борисовой. Кто такая Ирина Борисова? Это театральная художница, кукольница. Она уже много лет живет в Америке, но продолжает сотрудничать с нашим кукольным театром, с Харьковом. И вот мы ее, в общем-то, встретили в Харькове и пригласили на открытое интервью. Это будет интересное мероприятие. Приглашаем всех 7 апреля в 17:00. Ну, всі заходи у вас традиційно розпочинаються о 17, тобто це не складно запам'ятати. 11 апреля у нас состоїться лекція із цикла «Екслібріс» Михайла Красікова об іскусстві. І тема цієї виставки – монолог, оборваний на високій ноті. Барт, поет, прозаїк Наталія Дорожка-Бірман. Харківська ЖЗЛ. Лектор, звісно ж, Михайло Красіков. 12 апреля лекция из цикла «Символизм священных текстов», лектор Шелковая Наталья Валерьевна. И тема данной лекции – «Загадка усекновения головы Иоанна Крестителя». 19 апреля лекция по искусствоведению из цикла «Н. Грустная монография», картина французского Рима, лектор искусствовед Викентий Пухарев. Ну и еще раз повторюсь, 20 апреля творческая встреча с девушками. Будем ждать. Вы уже плануете, чем вы будете насыщать свою творческую встречу? Есть у нас немножко такие заготовки. Есть уже. Ну, и мастер-классы будут обовязково. Тобто, возможно. Всі, кто, ну, насамперед, хочет опанувати, наприклад, техніку батіка, можуть прийти на цей майстер-клас. Мене дуже зацікавив батік. Ну, не так батіка, як, можливо, валяння. Ага. Да. В галереї, як би, в цих условиях, які будуть. Валяння, можливо, більше таке. В будь-якому випадку, головна наша буде задача – узнати у вас всі секрети. Я секретів не випишу. Ви не тримаєте секретів? Ні. Діло в тому, що у кожного, звісно, є свої секрети, але чим ти їх більше роздаєш, що-то залишається. Зараз? Так. Ну, Я схопив, і я ж не можу зараз відпустити. По поводу секретів, звісно, в будь-якому випадку ми ще пообщаємося. Я думаю, що ми з'єднімо і валяння, і, може бути, немножко батіка все-таки теж. Посмотримо. Потім ви більше розкажете, так як ви не тільки художниця, але й преподаватель, то я думаю, що у посетителів возникнуть питання і на цьому поприщі. Особливо, це, в общем-то, специфічне образування, більше жінське, але, опять же, мне уже тут интересно, много ли мальчиков у вас в группе? Вы знаете, могу вам сказать, что мальчика всегда бывает очень мало в группе. Очень мало, почему-то мальчики очень редко к нам приходят. Валентина Николаевна, в основном потому, что им надо зарабатывать деньги, понимаете? А к нам приходят девочки, за которых мальчики платят. Так это происходит. Валентина Николаевна, кстати, закончила Академию искусств Петербурга. Да, у нас, я думаю, по ходу общения будет очень много вопросов возникать. Обычно как раз вот такие творческие встречи действительно получаются очень интересно, потому что возникают какие-то вот подводные камни, которых ты даже предположить не мог, а тут вот оказывается, с таким интересным человеком. Ну что ж, заинтриговали. Заинтриговали, шановні друзі, еще раз хочу нагадати, что ми сьогодні говорили про експозицію, яка післязавтра, 6 квітня, розпочинає свою роботу у Харківській галереї мистецтва Слобожанщини. Експозиція, яка має назву «Мить» або «Миттєвість». Ну, це як перекласти з російської на українську. Це роботи двох харківських художниць – Валентини Дунаєвської і Валерії Стрельцової, які, власне, сьогодні були у нашій студії, були героїнями ефіру, ну, а допомагала традиційно завідуюча галереєю мистецтва Слобожанщини Віра Лагутіна. Що ж, дякую вам за візит до програми «Харків онлайн день». А ми, шановні друзі, ми продовжуємо, і у нас ще біля 10 хвилин ефіру, і багато цікавого, не перемикайте.